Всем привет, друзья, подписчики и зрители остальные. Так, сегодня хотел показать, для тех, кто не в курсе, в конквестах есть страны, которые нужно открыть. Изначально их нечем было открыть, а позднее есть кнопка разблокировки. Изначально было написано комиксом просто. И вот на данный момент Британию открыл. И могу открыть остроготов. Но я это делать не буду, так как удалится прежнее мое завоевание. Сделаю это я позже, разблокировку. Чем можно открыть страны, это такой вот щит, вот этот вот компас, то есть их дают за прохождение. Прошел одну страну, тебе ее дают, а чтобы разблокировать, нужно несколько штук таких, там 4-5 или больше, уже не помню. Ну, достаточно интересно даже. В первой завоеваниях, вторжение варваров, это бриты и остроготы. Тоже интересные страны, потому что каждый из них находится в разных углах. Ими, соответственно, проще играть, так как на тебя не со всех сторон нападает. Легче развиваться, соответственно. Вот здесь за Восточную Францию. Вот, да, Восточная Франция была заблокирована. И вот это вот. Тоже легкое прохождение. Краю света, можно сказать. На тебя нападают только с одной стороны. Ты будешь воевать на одном фронте. Всегда. Тут они легкие страны просто, получается, заблокировали. За Восточную Францию тоже как бы легко. С запада слабый противник. Польша. А Средняя Франция и Западная Франция на какое-то время как союзники почти. Не сразу можно друг на друга нападать. Как проходим конквесты? Я проходил сначала те, за которые даются вот эти вот итемы. Даются они за однозвездные, двухзвездные, трехзвездные на первое прохождение. Все остальное по гегемонии. Захватить весь мир, либо делить весь мир с союзниками. Ну, Европу в данном случае. Как это я сейчас вот и делаю. Вот играя за бритов. Вот мои фиолетовые. Изначально Западная Римская империя была союзником. Потом сделал остготов союзниками. Осталось вот добить гуннов и франков. После этого кампания завершится. Интересное, конечно, завоевание. Мне тут нравится больше, чем European War 6 и 5. Играть в завоевание. До этого нравилось только European War 4, но теперь будем переходить сюда и разбираться. Конечно, много чего непонятного с бонусами. Все на английском.
Но это дело времени, будем постепенно переводить для себя, узнавать, какие скиллы для чего. Всем пока, подписывайтесь на канал.